Жизнь свой, с вами Настя Шалонько. И как многие из вас, я уже с нетерпением жду не дождусь, когда же новый фэнтези-фильм «Академия вампиров» выйдет на экраны. А случится это 27 февраля. Фильм снят по мотивам одноименной книги Рэйчел Мид, и его действие разворачивается в современной Америке, в школе, где обучаются вампиры. С Розмари и ее подругой Лисой, их, кстати, играют восходящие звезды мирового кино, Зои Дойч и Люси Фрай, происходят разные приключения, и рано или поздно перед каждой из девушек встанет сложный выбор относительно их жизни и будущего. И одну из ролей исполнил наш любимый актер Данила Козловский. Он-то нам сегодня приоткроет тайны Академии вампиров. Данила, у тебя так много девиц, все они нереальной красоты. Данила, ты весь такой зашибись, мы хотим быть такими, как ты. Что касается моего героя в Академии вампиров, ну, он, как уж, ну, наверное, многие из вас знают, он русских корней. Он долгое время живет в Америке, он, своя определенная предыстория, но он, тем не менее, все-таки русский. Другое дело, что, насколько я знаю, искали героев среди американских и английских артистов, в самом последний момент, попробовали меня. Действительно, иногда было очень непросто. Потому что довольно вот такой, ну скажем, плотный график съемочный и большая выработка иногда была. Но при этом это всегда было с юмором, с огромным количеством шуток. Я очень еще благодарен на самом деле Рэйчел Мид за то, что она написала, выписала, сочинила совершенно замечательный характер, совершенно замечательный образ русского, который любит, который влюбляется, который страстный, который, в общем, простите, герой, который защищает, который джентльмен.